Большая рыба хорошо идет на малька. Бандиты любят одноразовые телефоны, которые нельзя отследить. Если я найду вышку, то смогу подключиться и их подслушать. Некуда паутину кинуть. Иногда я задумываюсь, как бы сложилась моя жизнь, укуси меня ёж. Ого! У них куча систем дополнительной защиты, чтобы никто не смог взломать вышку. Надо все их найти и отключить. Хорошо, что я эти вещи чувствую. Все-таки странная у меня жизнь. Алфабет Сити, говорите. Зачем тебе пушки? Ведь ты у нас вроде поджигатель. Ага, только сейчас время такое, все при стволах. Вас, пушка, не черпни, чтобы какой-нибудь урод не начал в тебя палить. Ладно, понял тебя. Иди в проулок за клубом Джизи Джонни. И учти, только налом. Ха, это мог быть Карадайн. Паучку пора поклубиться. Это не Карадайн. Все равно, я не позволю, чтобы он снабжал улицы оружием. Паук! А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. На какой планете это называют драк?
с тобой уже дрался. Или у вас одинаковые приемы? Выкинь улики. Коктейль Молотова! Твой ход, паучок! Погонишься за нами, они сгорят! Знаете, шарики с водой — отличное оружие, намного лучше. Вы что, мне не верите? Спасибо тебе, паук. Не за что, Стэн. А как вы... А может, позвонить в Daily Bugle? И все рассказать Джеймисону? Ха, не стану вам мешать. Счастливо. Надо заглянуть в магазинчик. Проверить, как там Стэн. Питер? Привет, Стэн. Наконец-то, верный адепт. О, я не видел тебя здесь с тех пор, как... У меня слов нет. Твой дядя Бен. О, я соболезную. Ох, какой был человек. Он был лучший. Спасибо, спасибо. Как раз вспоминал, как мы приходили сюда вместе. После того, что я у вас дома устроил, мне было очень стыдно. Это дело прошлое. Ну что, найти тебе что-нибудь такой... Крутой Марвел, чтобы сердце снова забилось. Нет, я просто так зашел, но я еще вернусь. Все ясно. Захочешь поднять боевой дух, я буду здесь.
О, кто-то побил мой рекорд. Я этого так не оставлю. Потренирую координацию движений. Первая волна! Я бы сказал, что в жизни есть и другие возможности, но насчет тебя не уверен. Твоя маска меня не пугает. Задал жару. Эй, негодяй в отключке. Я задал жару, как считаешь? Я уделаю тебя. Один на один. Эй! Одно животное не пострадало. Чего не скажешь о злодеях. Ты щуплый, да? Ты прыгал? Жизни ты не страшный. Думаю, я ясно выразился. Только языком мало. Тебя я долго не забуду. Не бой, а эту скуку. О, как весело. Давайте еще раз. Третья волна! Признаю, бой был нечестный, но ты первый начал. На какой планете это называют дракой? Да, я выпендриваюсь. Поторчи пока тут! Я сказал поторчи, потому что... Ладно, не важно. Бывает же удачно. И судьи выставляют паучку выше балла. Ладно, я их выдумал, но все же. Скажу прямо, только без обид. Ты полный отстой. Что такое? Два! Он там! Нет, не надо аплодисментов. Ладно, только тихо. Кто там? Бруно! Да! Как здорово! Паучок в их игре умнее меня. Ему хоть четвертак платят за борьбу со злодеями. О, кто-то побил мой рекорд. Я этого так не оставлю. С каких это пор? С мясом, значит, с шампиньонами. А я такая, ага, а она такая, угу, точно, точно. Это Кэродайн, что нужно? Стволы, друг. Тут совсем жарко, понимаешь? Нам нужны серьезные пушки, и мне сказали спросить у тебя. За баром Нуна через 2 часа. У
Почему у хороших парней нет приспешников? Сами по себе приспешники ребята неплохие, и лично я не отказал. От помощи. Конец дороги. Бывают моменты, когда мне хочется раскрыть свой секрет Джонни Джеймисону. Ну, просто посмотреть на его реакцию. Считать будешь? Думал, ты мне веришь? Шутник. Эй, что это еще? Стоять! Скорее! Пошла! Заложница! Уходим! Ты больше никого не убьешь, обещаю. Забившийся в зад или зеваки, наблюдающие, как я его оттуда достаю. Больше никого не убьешь, обещаю. Человек-паук! Помоги! Заткнись, а то я тебя заткну! Да успокой ты ее!
Я вас обоих убью, обещаю. Я знаю, дядя Бен. Главное, заложники. Запомнят, что Человек-паук пишется через дефис. Это очень важный дефис. Напугана! Найдите его! Если я не догоню Кэродайна, он уйдет. Обещаю, дядя Бен. Обещаю, на этот раз ему не уйти. Он не мог далеко уйти. Боже мой! 911, что случилось? Я обнаружил труп. Все, как я хотел. Если меня заметят, мне не поздоровится. Нужно шевелиться. Тетя Мэй об этом рано или поздно узнает. Я хочу, чтобы в эту минуту кто-то был с ней рядом. Никогда нет времени на достопримечательности. Мне нравится! Ugh!
могу уйти. Люди в беде. Остановка. Паутина дальше не идет. Бена мертв. Я должен был бы немного успокоиться, но я вовсе не спокоен. Совсем нет. Полиция подтвердила, что в городе действует серийный убийца с уникальным...